Книга «Открытым оком». Тема «Мусульманство». Вопрос 3410. Какое неудовольствие, мягко говоря, вызовет у мусульман этот материал о Магомете, о Коране в 18 томе, если за выступление Папы Римского, а он цитировал Мануила II, палеолога, его хотели убить? То какой взрыв в мусульманском мире может быть после прочтения цитаты из жития святых, например, что Магомет обманщик, лжепророк, и что вера его нечестива и тому подобное? Есть ли у вас прогляд вперед? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Выходит, мы уже дожили до того, что в своей православной стране я не могу уже читать и цитировать святых отцов из жития святых, из книг, из которых тысячу лет русский народ черпал понятия о жизни иной, чем видел вокруг. Вы не первые мне задаете этот вопрос. Значит, дожили, что страх перед нечестивцем выше насущной потребности возвестить истину? Разве я сказал нечто новое, кроме написанного в Библии у святых отцов православной церкви? Многим и разным в Библии у святых отцов многое, что не нравится. Но пророки для того и возвестили силою Духа Святого, чтобы мы понесли этот свет другим и, конечно же, и мусульманам. Разве они вычеркнуты уже навсегда из числа тех, кому нужна благая весть? Из-за чего же им взрываться, если они люди? Взрываться может только демон, которому уже нет покаяния. Евангелие от Иоанна 16:11. Князь мира сего осужден. Мы же взрываемся из-за того, что спустя 6 столетий после написания Евангелия смертный человек бесстрашно посягнул его исказить и отвергать, что Иисус Христос есть истинный Сын Божий, равный Богу Отцу во святой нераздельной и насущной Троице. 1 Иоанна 2:23. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». 2 Иоанна 1:9. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Мусульмане хотят иметь жизнь. Мусульмане хотят иметь жизнь вечную. Значит, им нужно уверовать во Христа Иисуса как в истинного Спасителя, умершего и за их грехи. А в таком случае их Магомет Мухаммад кто? 1 Иоанна 1:7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Деяния 10:43. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Деяния 13:38. Итак, да будет известно вам, мужи братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. За возвещение Евангелия умереть. Что выше этого может быть? 1 Петра 4, 15-17. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде нас начнется... Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? За святое Слово Божие пострадать не каждому дано. И Павел радовался, страдая за благовестие. 2 Тимофею 2:9.
за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Хотящий спастись должен руки свои очистить от крови, от кровавых замыслов. Пророк Михей 3:4. И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Прогляд мой такой. Молитва каждый день за мусульман, за евреев, за всех, кто еще не принял Христа как своего Спасителя. Верующих пытаются уловить, будучи сами уловлены в сеть сатаны. Лука 20:20. И наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. 2 Тимофею 2:26. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. 1 Иоанна 2:22. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Внимая ужасом войны, при каждой новой жертве боя, мне жаль ни друга, ни жены, мне жаль ни самого героя. Увы, утешится жена, и друга лучший друг забудет. Но где-то есть душа одна, она до гроба помнить будет. Средь лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы одни я в мире подсмотрел святые искренние слезы. То слезы бедных матерей, им не забыть своих детей, погибших на кровавой ниве, как не поднять плакучей иве своих поникнувших ветвей. 1856 год. Некрасов.